Шаманизм. Вов, бро, убивал ты чё? А, ты убивал, да? А, точно. Ну, а, да, у нас же тогда куча варов было, да, помню. На каре сдох, ну, как портак. Слушай, а на самом деле все больше, ну... А, ну, паладин еще. 4 человека. Ну, блять, внимательнее смотрите, куда идете. Да не, просто ромб ошибся. Там еще справа от миликов кто-то в РДД очень близко стоял, там кара еще заспавнилась. Дальше отходите. Ну, на другого поставьте. Дело в том, да, что вы не выдумываете вот это вот там... Ладно, метка там, водить метка. Метка ошиблась, все могут ошибиться. Но вот из разряда то, что вот там заспавнилось, там дальше, не дальше, оно на 25 случайных людей кидается им под ноги. Просто отбегайте на 20 метров от кары, и все, и никак не сдохнете. Она дамажит в РНЖ 8 метров. Ну вообще я точно не помню, как она там дамажит, но я по видео посмотрел, если от 3 кар на 15 метрах, то 9000 дамага идет. Если метров на 20 от них, то есть подальше, то 6000 дамага приходит от 3 кар. Ты понимаешь, что такое 20 метров? Это радиус комнаты. Вот радиус от этого круга 20 метров. У круга побольше здесь радиус. Нет, тут чижа где-то метров 100, блядь, комнаты, то есть еще один стоит. 30 еще, может быть, но не 20. Да, нет, центр, 20, да. 20 метров, вот между кубовым и мной, вот, это уже метров 30. Вот, вот это 20. Да, даже так дамажит кара, если, смотрите, если кара под правой ногой, если вы перебегаете под левую, она уже не дамажит, все. Ну, боссы чуть-чуть вперед двигают. Ну, я тебе говорю, разница в 3000, 9 ну, и 6000. Ну, это другой урон какой-то. Давайте уже, ладно, этот меньше флуда начнем. У нас не на кого роблик поставить. Да на вовбро поставь, не знаю. 30 радиус комнаты. Ну давай вовбро ты поводишь тогда. Смотри внимательней. Репаты танчат. 40 примерно радиус. Ну чё, 30. Да, 30, да, все правильно. Каску пока дайте. Значит, дроиды без каски. И дроиды без М5. А, нет, МП5. Все. Пуляем. Репаты, да, первый? А, нет, я. Право играем. ШПшка, отойди от нее. Ты в анхоле стойки танкуешь? Берегитесь. Перебежали. Дальнюю бьем. Мы под мили зону бьем, под мили, переключились. Нейр, ты что делаешь? Сейчас здесь сразу будет. Аймашку дайте. Добиваем. Сокру. Кара. Заберись меня. Вы умрете. Последнее добиваем. Слушай, поставь РДДшников в одну точку, они нахуй бегать не умеют. У них какой-то хаос происходит. Да забей все, падайте. Ну не медведь, там просто в милизоне очень жестко кливали по ней, там пиздец, я не знаю, одновременно с нами еще не убили второго. Вера, то, блядь, ребят, это не самое, блядь, сейчас серьезное было. РДДшники не умеют бегать. Метку поставьте на одного из них, как в прошлый раз и делали. А тут нельзя делать. Почему нельзя? ДПС много теряется, в прошлый раз было. Ну, вопрос. Мы втроем умерли просто. А зачем заливаем 4 звезды, если можно залить 2 или 3, а четвертую залить ШП, когда все зайдут в порталы?
за 15 секунд до портала появляются следующие 4 звезды. И такие вопросы так? задаешь. Не знаю, на X2 по-другому. Да и тут, по-моему, тоже по-другому. Ты уверен, что до сурового появляются еще звезды? Да, появляются. Прям что, точно. Ты что, первый раз? Ну, на X4 первый раз. 25. Тайминги должны быть те же самые, по идее. Я не знаю, ребята, блять. Просто у меня голова разваливается, очень тяжело говорить. Вы хотите его убить вообще сегодня? Конечно. Ну, вспомните, как первый раз... После двух траев уже спрашивают, вы хотите убить или нет? Вспомните, как первый раз мы его убивали. Просто давайте все сделаем так, как в первый раз мы делали. Это нужно всем помогать. Он не убивается в 5 хилов и 2 танка. Нужно всем помогать. Нужно ДКшника, свободного ДДшника ставить на созвездие, потому что созвездие убивают хилов. Они должны таунтиться еще в воздухе. Если этого не делать, будут хилы падать по КД. Нужно подхиливать на каждом взрыве. 3 шамана в рейде. Есть подхил, помощь от них. На четвертом стаке или на третьем меня отправят? На пятом отправляют. На пятом. Меняйтесь на третьем, потому что здесь на 45 секунд. Что, дискон? Дискон? Да, дисконнект. Кимсик меньше, чем у тебя, у меня випка. Я подойду. Я бы, конечно, пошел сначала Скайвелонир делать на йога. Не знаю, но до него там идти. Ну, я не знаю. Да, этот Волонир, только Волонир, прок Волонира уйдет хил только Скайвел. Да, это понятно, но эта прибавка очень большая. Щиты там охуенные будут. Но все равно, то есть, если не играть командой здесь на Алголоне, ничего не получится. Взрывать первую звезду, зергать, и их именно зергать надо, не то, что там раскастовываться, а нужно, чтобы люди понимали, когда нужно помочь команде, которая взрывает звезды. Первую до кары, это промежуток 10 секунд, то есть ее за 7-8 секунд надо хлопнуть. Потом падает кара, и захиливается рейд. И уже после этого нужно хлопнуть две звезды быстро. Одну хлопнуть быстро, очень быстро. И потом на 50-й секунде боя кидается вторая кара. И вот до нее еще нужно хлопнуть вторую звезду, чтобы одна только осталась. Потом уже эта кара падает, хлопаете четвертую звезду, и там остается время до появления следующей. На минуте и 15 секунд появляются следующие 4 звезды. Одну нужно сразу хлопнуть, потому что через 15 секунд будет каст сурового. Если по этому темпу не играть, будет хуёво все. Ну, это 1000 раз проверено. Звезды копятся. Они по 1% хп в секунду теряют. Они умирают. За 100 секунд умирает звезда, если ее не бить. И созвездия 3 появляются каждые 50 секунд. Одно берет свободный танк, второе берет ДКшник. Таунтит, ЛПшки кидает всю хуйню, притяжку делает, чтобы звезда на него шла, а не хила убивала, а то убивает хилов сразу. Одна, может, еще не убьет, а вот две стабильно, две тычки кидают в хилов, и хилы отваливаются. Нужно пить хилам на этот, как он называется, на ХП, чтобы 1028 было, 27. Невер очень тонкий, 22 тысячи хп, ему тоже на хп на выбить надо. Потому что хуй захилишь такую хуйню. И при слаженной игре, если хлопает звезда, значит все шаманы, все 3 шамана ДДшника, Энхи или Элима, кастанули по цепухе. Это будет хорошая помощь. Если ретрик, то флешку дал. У нас это сейчас надо будет шипешек раскинуть. Сейчас шипешек еще раскинем. Да. Хотя бы мизерная помощь от них, но все же лучше. Лучше всего помогают шаманы, ретрики.
Ретрик тот же каплю может набрасывать на Скай, например. Самый важный хилер Шам здесь. Тхепала, Шам, самые два важных хила. СС-ов сколько там в рейде? Про СС это говорится, кто на кого будет. Блять, составы кино. Заходите, пропускает уже. Просто если каждый будет свое делать и при этом на каре не подлетит, и что там еще, в дырку только на суровом зайдет. Ну придется пересобирать рейд. Сейчас я диска. Минута таймер. У меня. А, ну да. Опять дисконт, да? Да нет, вроде. Нет. Вроде бы. Ну я в чат ничего не пишу. А очень сильный отклик просто от игры. Все заходят. Ну это призыв. Да. Нормально, быстрее зашли, отлупили всех. Трапы давайте, понаставили, прожались. Осторожно, только своих не поубивайте, сразу плюс-плюс дайте. Бля, там что-то залетело страшное. Ребята, нас тут бьют. Наверное, это ты злой. А, стой. Ренегаты, блядь, сука, понапутал всех. Лупоп идеальный, лангрис, это все наше. Блядь, не трогайте, пожалуйста. Да, сука, не пейте. Вот, блядь, ренегатов понаберут по объявлению? Вот пидоры, блядь. Сука, задушили. А ты, Кубоп, куда? Давайте. Плюсуем. Хорош, блядь, драться. Ну, что это такое, своих пьете? Я 100 голды получил. Водка, Вова не ожидал. Лангрис, хватит бить мною всех, блядь. Контроль берет меня и бьет своих. Шаманизм, я просто не понял. Я думал, это чужие. Я смотрю, много красных появилось. Я охуел. Ой, Вов, бро, вот это, конечно, жестко было. Смотрите, там паладин в бабле бегает. Да че вы своих-то пиздите-то? Эти фармил. А, драка! Все, заходите в ней внутрь. Пошли. Я тебя не бил. Долго еще. Да нихуя не слышно. Долго еще вы, блин. А, я не знаю. Да сейчас, ну, два трая мы убиваем, и все. И все, и мы прошли Warcraft. Прошли 100%? Да. Ну, понял, его. Красавцы. О, Бодя, здорово. О, здорово. Надо сначала ливнуть с рейда. Искать тоже. В это, да. Ты как закончишь, звони. Окей. В смысле, вы эпический герой? Да тренинку одел. ГЦ. Ты чё, ГЦ? 200-й тренинг всю дорогу. Давайте, удачи вам пройти там это все дело. Спасибо. Блока всего два, да? Ну, кого еще нет? Кого еще нету?
кого-то нету. Сейчас я напрягусь и додумаю, кого нету. Не получается. Дёргните шкаф. Да, Суэпса нету. Суэпс, точно. Неутомимый, дайте голды за внимательность. Только не я. Инициатива ебёт инициатора. Блять, правильно. Сука, подъебал, ладно, давай, иди. Нормально подрались, а там с какого-то ДК 100 голды получил. На, брат, заслужил за внимательность. Спирекса, что ли? Спирекса, что ли? Не-не-не. Мардинец какой-то был. А, я в домике. Ну да, согласен. Правильно, что отменил. Честный человек. О, давайте, сейчас удэшка повышенная, должны убить его. Да, швапса нет, у нас одного дэшки нет, я пытаюсь понять, что нам делать-то вообще. Убьем, да как заживем, ребята. А где швапс, куда он делся? Ну, нужно уйти ему. Пришлось. Что такое мисс Кью? Понять. А, мистер Мускул. Не, мисс Кью. Мисс Кью. Фикси. Чё в коражане делал? Фикси коражан, понятно. Вот. Да, Фикси я бы взял, конечно. Чё смотришь, спекайся. Хорошо, давайте попробуем. Сейчас просто тактику надо сделать. По урону вроде бы нормально. Посмотрим. Если по ДПС не проходим, ну значит не проходим. Пойдем дальше. Смысл просто так стоять. Швепс у нас был на звезде. Соответственно, теперь у нас Нейвер. На тебе ассиста. Так я же кидал метку. Ну, мы же это поменялись. Ой, короче, разбежали. Пересобрали рейд. Так, Волтран, ты с ромбиком, зоркий, ты с печенькой, ориентируемся, РТД, у нас мало РТДшек, кстати, сейчас. Я танчу первый, хрипатый, ты забираешь меня на трех стаках, я скажу, когда у меня будет третий стак, я забираю звезды. А кто нам помогает еще по звездам? По звездам играет Невер, Кару, Исполин. Айнон. Угу. Понял. Может поставим 4 метки на пол? Зачем? Все, понял. Я тебе просто огонечек кинул. Вот ту играем в первую очередь, которая там вылезет. Давай, терчик. Арнес. Все готовы. ДПМ. На хп там крикни еще раз. Звезды пошли. Играем по правой. Добиваем быстрее. Берегите. Добиваем. Ближнюю играем. Все свичнитесь, у него кто рядом стоит. Добили.
После кары добьем, не сильно вливайтесь в нее. Собирай. Берегитесь. Кара, Миля, осторожно. Поднимите рейд. Добиваем. Добили. Под милизоной, осторожно. Давайте быстрее добиваем до кары. Играем пока по боссу. Кара. По звезде сыграли за боссом, которая... Не таунти ее, блядь, даун. Дот. Дай мне ее увести. Спрятались все. Я делаю то, что должен. А, еще одну. Давайте, который справа. Справа, который. Давайте патрик. Что упал. Чекайте, старайтесь, вот люди, которые упали, от чего упали? Вот от взрыва или во тьме, или от кары. Вот эти вот, кто сейчас лежат. Знаешь, что самое смешное? Мы сейчас вот три подряд взорвали, и никто даже не умер. Или у меня неправильно отображается? Нет, от этого никто не умер. Ну вот просто мне сейчас... со звездиями хорошо было. Не, я просто говорю про то, что мы сейчас три подряд добили, я имею в виду. Вот сейчас ты сказал падать, и вот буквально там, ну, с дилеем там секунды две, наверное. Все отхилили. Может, типа, условно, да. 600 хил здесь будет более приятный, нежели чем ДДшник? У нас нету ДД и так. Ну, я бы 600 хил. А подскажите, вот я умер, да, суровый удар. Куда нужно было прятаться? В черную дыру, вот это в лужу заходить. А, то есть просто забежать в дыру, и чтобы меня протонуло в... Да, тебя в другой мир кидает, и он только в одном из миров наносит на урон суровым. Ага. Понятно. А перебегаем мы, получается, тоже за ровником бегаем чисто из-за того, что вот красные эти вот... Да, от кары. Чтобы кара в одном месте появлялась. Чтобы от нее было, ну, проще убегать. Понятно. Ну, вроде все простенько. Дот, не таунти созвездия. Да просто сказали про тебя. Я подумал, хрен, я их притянул, такая разница, кто. Их надо в черные дыры заводить, ну, типа, чтобы они их не оставались. Ты в черную дыру я заводишь, я думал, этот раз открывается. Я думал, ее... Понял, их, хорошо. Их надо именно заводить, а не просто ставить. То есть это большая ответственность. Да я занимаюсь этим. И желательно, чтобы помогал кто-то ему. Там какой-то ДКшка выбежал и грипнул сразу. Это Пирекс бы вот хорошо очень сделал. Ну, пусть Пирекс как раз так продолжай. Так Пирекс сводит рейд еще, по-моему, или нет? Не, его проще сводит. А, все, понял, сори. А, ты криптовый ТП-шнулся нормально. Ну, ты делай вот так же, только вот не падай внутрь. Так, давайте, кто пробафнулся, пошли. Там смотрите, кто первый раз вот роббик поставил, вот это вот черная дыра, чтобы зайти, заходите вот так вот, подвигались туда-сюда, вас закинуло, и с этого места, где она находится, отбегаете. Вот так отбежали, потому что когда робби закончится, и если вы будете на этом же месте стоять, вас опять закинет в тьму. Здорово. Я просто, извините. Дайте каску, помогу. Рог кулака... Ой, каски нету. Привет. Это Наташа расстроилась? Что? А я в Google в интернете, там написано миноксидила, миноксидила на что. Не, так я ж гуглил.
Мне не показывает, там везде пишет Минок сидел, Минок сидел. Кто-то микрофон там не выключен. Зорки. Да, начал знать, что я жирный, что я то не то. Блядь, все слышат, я говорю. Блядь. Да ладно, ты не жирный, Зорки, все нормально. Не, так я 96 вешу, рост 97, я так что не жирный. Спасибо. Необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Играем в правую. Кара отбежали. После кары добьем. Только не бейте, не бейте, не бейте, ее все равно взорвется. А, за боссом, который стоит. Далее. Добиваем. Готовься забирать. Забирай с меня. Слева от босса. Слева от босса, который возле РДД зоны. Кара. Без метки добиваем, без метки добиваем. Знаете, мастер аур, мастер аур, мастер аур. Поднимите рейд, добиваем вторую. Я заведу созвездие, помогу. Кара, осторожно. Кара, смотрим. Возле печеньки, смотрите, черная дыра, она останется. Забежали. Сразу выбежали оттуда. Отошли чуть-чуть. Кто там ШП какой-то залетел обратно? Не понимаю. Звездочку играем. Кара, разбежались. Сразу играем по звезде. Так, давай заберу. Возле Мелизона. Печеньку поставил. Созвездие. Добиваем быстрее. За боссом потом бьем. Оставьте лоу хп, дождемся кару. Налево. Не бейте, кара, не бейте. Кара. Ждем, пока поднимет рейд. Добиваем. Мастер аур, если есть, или гимн на хп. Добиваем. Заведите созвездие. Сейчас помогу. Три стака, заберешь? Вправо играем, который возле босса. Кара. Перебежали. Четыре стака. Припады. Звездочку довыигрываем. Которая за боссом, еще одна. Добиваем ее. Быстрее добиваем, быстрее, быстрее. Дыры нужны. Поднимите рейд по хп. Кара, за боссом, быстрее все бегите. И выбежали сразу. В левую играем, звездочку поставил. Эти добиваем этот круг и играем по боссу. Бля, очень хуёво как-то получилось. Еще одну добиваем. Поднимите рейд по хп. Можно упасть, там слишком много лежит. 6 ДДшников, 3 хила лежит. Там это, надо чекнуть, кто-то сдох. Блять, я забыл ники уже. Два тела лежали, которые или три. Кто-то попнет. Какой-то милик. Кто-то от кары там сдох. Зорки его в бро-фрау. Так. Не от кары. Я черный дыры, я ж канал. Ой, зорки, пирекс. Вот сейчас от кары исключить смерти. Будет проще намного. Пирекс, скорее всего, от созвездия. Его созвездие ударил. Наверное. ЕРДД, пожалуйста, подальше стойте. А, от меня. Тоже созвездие. Проблема ваша.
У нас огромный рейндж есть. Почему мы миликами перебегаем от кары, блядь, и у нас за спиной еще одна кара от РДДшника? Потому что... А Пирекс это кто? Злой нерк вот этот? А, да-да-да. То я, блядь, хуй не найду его. Пирекс раньше было лучше. Угу. Согласен. Ты вот сейчас сказал гимн на ХП, какой приз дал? Сколько призов? Один сдал? И кто сдал? У меня почему-то не пишется КД. Присты, плюс они те, кто с КД повешал гимн на ХП? Я в домике. Я в домике, да. И неутомимая, да? Получается, два сдали. Еще два присталось, да. Ты говори, короче, исполин на ХП. Ну, чтобы два не сдавали. Я понял, сейчас. Потом... Если я вынес фреймы, я, чтобы у меня было по списку. У паладинов у обоих мастер аур есть. Ну, холика должен быть. Вроде... А у фрау есть? У холика понятно, а у фрау есть? Да, у фрау мастер есть. Все, тебе нужно будет темную ауру, если что, сдавать. Просто все так шло хорошо, потом мне нужно было созвездие немножко позаводить, я видел, там проблемы начались, и что-то потом... Больше урона в звезды. Ну и там, понимаешь, там еще их заводить не успевает, вот в чем вся беда. Надо обязательно помогать заводить. Ну, я помогал, но я типа не успевал свитчиться. Ну ты не должен помогать. Помогать должны вон ДДшники, милики. Значит, покушали, пошли. Да, блядь, там ты не видел, просто там так страшно было, что, блядь, я сам испугался. Фласки перебейте, у кого заканчиваются, внимательно посмотрите. Ну, по идее, вот свободный танк, допустим, и Пирекс, они два созвездия себе заберут и заведут, это будет отлично. Вот, а если третье в это время... Мы забираем сразу. Должно быть нормально, если вы... Ох, одного не хватает, каски нету. Все хорошо. Также в правого играем, когда появится. Все готовы? ДБМ. Выиграем. Берегитесь. За боссом играем. Миризон, осторожно, сейчас у вас взорвется. Миризон, осторожно. Отошли оттуда. Сбоку. Готовься забирать крипоты. Не добиваем. Забирай. Берегитесь. Бьем без метки возле босса, смотрите. Лоу хпшная. Блять. Мастер аур. Рау, мастер аур, дай. Пизда, кривой пул. Ну, у нас два хила упали. Хрипаты, карнасы. И два танка. Карнест, фулл урон от кары полутал. Я считаю, вам уже пора ГП, блять, лутать, ребят. Это пиздец. Ну, Карнест на каре взлетел, сейчас хрипаты чекнем. Ну, Карнест умер, вот и хрипаты умер. У нас остальные хилы рейд держат. Хрипатова, да, босс убил просто. Хрипаты забирай от меня прям на трех стаках. Посмотри, он обновляет стак, когда у предыдущего 30 секунд остается. Возьми не меня фокус и просто смотри. Потому что как только на мне кидают третий стак, выходит созвездие. Если на мне этого нету босса, то я их сразу забираю, и они хилов не убивают. Это важно.
Это, там, может, 25-го возьмем, может, прошел в онлайн на рост. А нас нету. Фрау это девочка? Вроде да. Или хил, как вариант. А хилов нету. Ну я сейчас смотрю просто по никам, у нас никого нету. Тарантита, БДК, танк, оф, анхоли, семья. Это кто такой? Не, что? Это Тарантино или кто такой? ДКшник 221 там левел. Гипотермия, подожди, у него нету этого, вроде КД вчера плюсовал. Он говорил, что он уйдет скоро. А, он уйдет скоро. Странно, он говорил мне это 8 часов. Ай-яй-яй. Не, ну 213-ю вертрушку я не хочу брать. Да, слушай, ну типа... Который еще и 8. Бери гипотермию. А, что, бери гипотермию, я сам могу взять. Да, надо. Опыт есть права? Просто, ну, я не могу этим всем заниматься одновременно. Нет. А что сделать? Не. А что сделать? Звание дать. Да, сейчас я тебе звоню, просто дам тебе. А кому дать звание? Зачем? Сложно, ну, блядь. Право выдавать, ребят. О! Сможешь же сейчас? Проверим. Ну, Ярл должен уметь. Там дальше только банк. Ну, ветеринар не может, если что. Ну, ветеран нет, ветеран не может. Да и нахуй не надо. Пусть вас не любят. Всё. Хотя ладно, давай вообще я будем сниматься и все. Так, а у нас сейчас 4 ДД, да, играли? Чего? Да, 4 ДД в квадрике. Давайте первую скру, все, кто там сзади за боссом стоят, будем все играть в звезду. Она с правой стороны, я буду анонсить. Зачем, ну, буду... зачем нам столько урона терять? Вас 4 ДД, мы до этого вообще два ханта и силу убили. Ну, мы с тобой сильные просто. Ну, это я знаю, и мы зеркаем. А кастера нет. Хотя, кроме шипешки, все. Да, там шипа пока на касте, да, там пиздец, блин, пока все обдотает. Брод, ну, смотрите, короче... быстро, а вот урон проходит очень медленно. По искрам, смотрите, если она будет возле мелизоны, мы играем по мелизоне, потому что они ее там ауешат просто пиздец, она уезжает. Ты метку можешь ставить? Буду, да, ставить на нее. Просто если она будет в миле лететь, мы будем играть в приоритете в нее. Можешь какой-то скилл, который не часто тыкаешь. По энку кулак дайте. А, десяточку все. Могу тебе скинуть макрос на метку, если хочешь. Кинь, ну, сейчас, кинь после, макрос. Сейчас после следующего вайпа уже. Не верю, что у нас. В смысле вайпа. Ну. Сейчас уж пробиваем, как бы, но я понял твою мысль. Право играем. Берегите. Давай, выбежали. За мелизоной, за боссом. Смотрим, звездочка. И за боссом мелизон сразу. Мелизон взрывает очень сильно мастера. Сейчас еще одна взорвется. Лучше будет. 3 стака. После кары, не бейте, после кары. Хрипаты, 3 стака. Корнесы поднимите. Добиваем, который перед боссом. Созвездие забираю, отвожу. Добейте сами.
Возле трусов можно будет зайти. Кара, отойдите. Красавчик. Заходим. Да, да. Трусы, заходим за боссом, за боссом, за боссом. Сразу выбежали. Забирай. Справа, справа, справа от босса. Лоу хпшная. Войт идеальный. Все, можно валиться. Падаем. Не хильте. У нас двух хилов нету. Сейчас я тебе в лист скину. Пусть там можно. В какой-нибудь создай этот, допустим, яд. Да я сделаю. Сейчас я тебе понял. Скину, строчку просто добавишь. Это вообще не вопрос. Типа аддон нужно качать или без аддона ставится? Не надо никакой аддон, вон я скинул. Это ты будешь тыкать, допустим, какую-то там ту же метку вешаешь, допустим. Просто макрос напишешь слэш там каст метка вот это и вот это параша, и он будет от 1 до 8 вешает там первая это звездочка и дальше там до черепка до крестика. Да, удобнее будет всем видеть. Сейчас сделаем. Да тут вот ты вот когда это чисто бьешь, чисто что уносишь, допустим, первую до кары зерганули. Потом ты говоришь, ну, кара, все знают, что кара. Кара, говоришь, ты заодно и говоришь, что кара, и все знают, что бежать надо. И потом постарайся две взорвать, типа одну, вторую, там, ну, прохил есть, люди помогают прохиливать. И потом просто проще будет, если в таком темпе играть, потом будет проще. После второй кары тебе останется четвертую звезду только разбить. А если ты будешь после... Ну, так и было. Вот, если будешь вот этот темп держать, вообще заебись будет. Потом после сурового мы выйдем, научимся там пару раз, вайпнемся. Второй суровый переживем, после второго сурового мы уже можем в босса свичиться там процентов. Да 40. Мы уже почти убили его там буквально несколько пулов назад. Главное, чтобы смертей вот этих не было. Там, блять, как этот сдох, Пирекс, ну-ка. Кара. Кара небесная 30 тысяч. Ну, завязывайте с этой хуйней, это же вообще пиздец. Не, ну понятно там, но все равно посмотрите. Три вот этих точки красные, нельзя в них находиться. 3 метра радиус вас подкидывает вверх. 50 тысяч урона от огня и подкидывает вверх. Если вы от урона не сдохнете, вы от падения сдохнете. Кубок нам нужен. Кубок нам нужен на локе, демон. Это СПДшка. Вот если смерти важных людей, вот ДКшников, которые там меткой водят или что там, которые за звезды там где-то хилов, если в каре не будут вздыхать, мы заебись его захуярим. Со звезды это унтить очень важно. Помогают вроде по хилу. О, работает, я супер, спасибо. Сейчас только если метку другую поставлю, у меня трусы, да, были над головой? Да, там получается какая... Третья ронда. Да все, великолепно. Четвертая. Я поставил, вообще хорошо работает. И главное, она прям кубочка пишет. Сейчас получается БР-1 в КД, у нас только 2 БР есть. Че по ССам? Сейчас раскидаем. Не знаю по кому. На 2 ардру, наверное. Ну да. По Whitefall. Давайте на 2 ардрушки. СС. Я по Void Fury даю. А, ну все. 1 СС. Че, 2 в одного дали, что ли? Уже все. Если что, он его БР не просто. Я очень надеюсь, что у людей выключена камера через камеру Distance Max Factor скрипт. Если у кого-то нету, скажите, я вам линкану его. Где, по-моему, был? Давайте пробуем. Играет первого лица. В КС играет парень. Давайте, пацаны, за Орду, за Асгард.
Нужно жизнь замерзла. Жизнь на край дуда. А вот сыграли сразу. Берегитесь. Кара, отбежали. Лангрис, тучку. Вы рядом сыграли, которые возле нас. За босса играем. Готовься забирать. Забираем. Отлично. Берегитесь. После кара добьем уже. Поднимите рейд по хп сейчас сразу. Умирает. Последний добили? Кто в портал прыгни? Портал за себя. Кара, за босса играем. Кара, за боссом играем. Ставил звездочку. Готовимся забегать. Прохильте рейд, сейчас мы добьем ее сразу. Забегаем, забегаем, забегаем. Сразу отбежали от места. Быстрее. Кара, кара, отбежали. Кара, кара. Хрипатый, заводи, заводи, забрал босса. Переставил метку. За боссом. Точнее, перед боссом. Добиваем. Ой, ты зря бомжей вызвал, конечно. Не туда, не туда бьешь, не туда бьешь. Добиваем быстрее. Сейчас еще одну убьем. А, дайте. Мастер аур, дайте. Играем, которая возле босса. Берегитесь. Там уже умираем. Всех хилов нету. Да. Как хилы у нас умерли? Ну... Черную дыру, Скайсонг упала. Вот я сейчас видел, как дыру. Войтфуль била, короче, живое созвездие. Да это в конце уже, блядь, один хил был с неутомимой. Единственное, Войт Фури убило созвездие. Да это в конце, я говорю. Созвездие очень хорошо, я два сразу на себя забрал. А третий я забрал Пирокс. Ну три хила въебались в черную дыру, вошли и все. Вот это сейчас научиться не въебываться в черную дыру. В черную дыру надо идти тогда, когда суровый удар. Когда вам треугольничек говорит. Там была ошибка, возможно, моя, но... Вы должны были видеть, там звезда взорвалась, которая... Мы зашли в один портал, и там 2-3 человека побежали направо. И зашли в новую дырку, которую свежую разбили, пока мы были в астральном мире. Но ее на самом деле должны были видеть, там на ней звезда была. Фрипаты, давай второй раз будем чуть-чуть раньше свечиться. То есть ты забираешь меня на трех стаках, потом я... Вожу, и когда будет фазовый, ты уходи в дырку, а я с тебя заберу босса. Чтобы ты вышел и спокойно забирал звезды на себя. Слушайте, там Изука пришел, давайте... Отлично. Изука гипотермию уступит на этого босса, а потом, если что, дадим человеку. Ну, тут же и ПГП. Ну да, да, но все равно. Ну человек все равно полутает ЕПшку. Но я лично могу уступить, если что. Не, я к тому, что ПР, у него нету шмот забирать. По-любому уступит, у него 0 ПР. Да. Но это Алкалон. Типа, нет, на остальную гипотермию мы можем взять. Там Изука, по-моему, уже попытался. Гипотермия, ты пойдешь сейчас на этот, на замену, а мы этого босса добьем и возьмем тебя на остальных. У нас там есть еще. Два хранителя и два ласта. Или один хранитель. Два хранителя, Фесокс, Йог.
Да, 5 хилов. Мы в прошлый раз его в 5 хилов закрывали, но, честно говоря, ну, типа, может быть, закидать... Нет, по хилам нормально, просто мы умираем. Да, у нас... просто смерти, ну, в дырку зашел, от кары залетел. Вот это надо исключать, это надо уже прекращать делать. Не, в прошлый раз 5 было, репаты. Ставьте быстрее шкаф, сумоньте из ука, время идет, надо быстрее все делать. Тут 2 часа на него время дается вообще, час по стандарту. Да, ну да, я мы когда добьем 4 звезды первых, играйте все по боссу, я один протуннелю так, чтобы мы там по таймингам успевали все. Ну я буду анонсить вам. Ну просто отбегаешь от кары и под ноги разбивается дыра. Ну я не знаю, я не видел. О, Ангрис, тебе сейчас нужно ревогаться? Давай, попробуй ревогнуть. Потому что если тебя во время пула выкинет, будет хуже. А, сейчас не пишет? Ему на почту отправили этот письмо, пускай по этому письму пройдет и все. И подтвердит место, с которого он зашел. Тогда не будет выкидывать. Его что, выкидывало, что ли? Ну-ка, он же вам пишет, выкидывает его. Да, ну просто написал. Ну да, со второго IP-адреса. Можно ему подтвердить его и все. В личный кабинет пусть зайдет, там письмо будет. Это не так работает чуть-чуть. Мне просто написало, что типа нужно обновить лаунчер во время пула, блин. Вызветила. Я выхожу, ни хера не обновляется. Сейчас уже не пишет. Ну все, тогда заходи, пуляем. Да я тут уже давно. А, все, отлично, давай. Карчек. 3 минуты нам хватит. Угу. Доживи, главное. Дуат? Дуат? Ты тут? Правого сразу играем. Сейчас появится. Играем правого. Добиваем. В милизоне сейчас будем разбивать. Да, я услышал. Добиваем. Как у нас минус 3? Ну что с карой вместе разбилась? Сдавай. Сразу падаем. Давайте падаем. Фейп, бро, дуат, сейчас чекнем. Опять какой-то РДДшник стоял возле милизоны, и там была кара туда, куда мы отбегали, еще одна. Помимо первой. Ну, так вы начните отбегать не туда, куда мы отбегали, а туда, где нету кары. Начните так действовать. Так нахуй вообще РДДшникам подходить в милизону, я не понимаю. О, господи. Вот нахуя на РДДшника все валить? Вот давай, ну... Сам не отбежал, блядь, на кого-то пиздит, блядь. Уже такая хуйня. Все, происходит. Все, не ругайтесь, тихо. Вот давай просто подумаем, мы в детском саду или нет? Ты во, понимаешь, бро, что есть... Во, бро, 30 тысяч. Там то, была позиционка. Там позиционка была неудобная. Это там была лужа и кара. Миликом всегда можно убежать куда-то. Смотрите, если вам не удается, вот если не хватает, ну извините, я не хочу оскорблять никого, если не хватает мозгов сделать так, чтобы отбежать от 3 кар, давайте водить босса из точки в точку. Это самая ясельная группа будет. Давайте. Я говорю, как можно проще сделать, чтобы люди не... Вот давай проще сделаем. Метки на людях — это полная залупа. Люди вовбро сдыхают по КД с меткой. Вот смотри, я поставил 2 метки, звезда и кружок. Сейчас еще одну в центре въебу. Будете в 3 метки бегать.
босса... Так, блядь, им за это нужно дать, я тебе про другое вообще говорю. Да это я согласен. Давайте РДДшнику, который утонул, или милишникам, которые не убежали. Вообще никому не надо ничего давать. Просто надо ебучий мозг свой включить и начать уже понимать. Мы здесь сидим из-за того, что каждый делает слаки. В лужу зашел, на каре 30 тысяч, во вроде вот первый раз. Смотрите, поэтому нужно ГП давать, блядь. Подойдите сюда, все кто-то. Все люди тратят, блядь, настои, все люди припоты тратят, блядь, это, время, нахуй. Все, все, подойдите сюда, кто-то донт или кто, вот смотри, я что предлагаю. Если такая залупа, то просто вот РДД встает, вот смотри, вот звезда стоит, РДД встают с этой стороны, с той стороны, и босса ведете на край, вот сюда в звезду, с пула. Потом кидается кара, кара каждые 25 секунд идет. Кинулась кара, съебались весь рейд на центральную линию, в ромбик. Центральная линия, понятно, что это от ворот до конца комнаты и через ромбик идет. Это центральная линия. Следующая кара кидается на 50-й секунде в кружок. И так по КД. Можно в двух метках бегать, можно в трех. Блять, можно миллион чего делать. Можно не попадать на эту кару. Просто нужно одновременно всем это сделать. Если у вас не получается... А мы сейчас так будем ТП стрелять. Вы будете сдыхать, и это будет равносильно, туда та же потеря ДПС. Нужно учиться, да нет. У нас, надо просто научить людей, типа, чтобы они смотрели, блядь, где они стоят. Так вовброс, сдох, 30 тысяч просто, вовброс, ты напиши что-то. Вот это вот АТКП. Ну типа, она посмотрел под ноги. Если совсем сложно, я говорю, вот давайте бегать, блядь, из стороны в сторону. Если совсем вам туго, блядь, не доходит. Хватит уже на каре сдыхать. Тут дело еще в том, что Кубо правильную вещь сказал касательно ренжа. Ренжа, вот чтобы вы понимали, я достаю вот аж отсюда, за пределами. То есть вот этот как раз таки расстояние, это 4 метра, которым даже без таланта хватает. Смотри, контраргумент тебе. Вот ты говоришь, ренжа там забежала, заспавнила нахуй, ренжа пидор там. А вы не думали, что ренжа тоже от кары бежит, во-первых? Во-вторых, звезда, если взрывается, ренжа может от звезды отбегать и мимо мелизоны пробежать вскользь. Ты вообще не слушаешь, да, что тебе говорят? Говорят, что человек... Все, давайте офним фут, мы просто сейчас еще раз травим. Давайте, что мы сейчас срёмся из-за ничего? Бегаем аккуратно, смотрим...